Привет, сегодня новое видео, и оно непростое. Я собрал самые интересные и популярные драйв-игры в Funcade. Многие из них я когда-то давно играл, и они мне очень нравятся до сих пор. Можно сказать, это фан-ностальгия. Ну что ж, сделайте что-то вкусного. Ну а мы начинаем, и первая игра у нас — это легендарная аркадная гонка в Funcade. Здесь нужно уклоняться от препятствий и соревноваться с другими игроками. Очками, которые даются вам за пересечение той или иной дистанции. Игрушка классная. Я знатно прослезился, когда снова поиграл в нее. Ну, а теперь переходим к второй игре. И эта игра для меня еще более легендарная, так как это одна из первых игр, в которую я играл на платформе. Здесь паровозик катается по планете и собирает монетки. Можно сказать, геймплей как у Змейки, но черт возьми, эта игра действительно затягивает и до сих пор выглядит актуально спустя 3 лет после выпуска. А теперь переходим к третьей игре, и эта игра немного уникальна в своем жанре, так как вы играете за доставщика пиццы. Кто играл в игры про доставщиков? Я лично ни разу, а вот эта игра реально зацепила, и она до сих пор хорошо играется и плавно. Мы переходим к четвертой игре, и эта игра продолжение поистине легендарной игры от Artasta. Она модернизирована, и здесь прикольно сделаны локации, а геймплей все так же затягивает. Мне нравятся игры данного жанра. Ну, а на этом все, всем спасибо за просмотр, и до встречи, скоро увидимся.